Да, друзья, у бандитов тоже закончились праздники, и сегодня они снова выходят на дело. Что же их ждет? Ладно, серия называется «Украли питомца». Посмотрим, что же сегодня будет. Ну, вот что ты стоишь? Что ты стоишь просто так? Посмотри, что вокруг. Шеф, а что, что такое? Что, что здесь, что, все нормально? Это ты называешь нормально? Ну-ка, иди сюда за мной. Так, и что? Что ты здесь видишь? Ничего. Правильно, беги за мной. Так, ладно, бегу. Что ты здесь видишь? Здесь тоже ничего нету. Молодец! Глаза у тебя есть. Все видишь. Видишь, что ничего нету. Это как так? Уже прошли новогодние праздники, Рождество. Все прошел. А мы с тобой еще не обставили квартиру ворованными вещами. Надо срочно идти на дело. Да шеф, я же только рад. Я же рад кого-нибудь пограбить. Пойдем. Пойдем. Вау, новое дело. Пойдем грабанем кого-нибудь. А у меня для тебя челлендж, давай сунем палки в колеса этим бандитам, защитим дома всех подписчиков и всех людей. А для этого подпишемся на канал и поставим лайк за 5 секунд. Если ты уже подписан, считай, полдела ты уже сделал. Надо поставить только лайк. 1, 2, 3, 4, 5. Успел? Ну что ж, бандиты, держитесь. Кстати, у меня для тебя есть подарок новогодний. Шеф, да ты чё? Подарки я люблю. Это чтобы легче было грабить. Держи. Вот, смотри, красивый, классный ролик. Теперь мы можем быстро ездить. Давай, иди за мной, пойдем грабить. Вау, я всю жизнь мечтала о роликах. Ой, что-то я пока криво катаюсь. Ну ладно, вау, у меня ролики, я супер классный. Шеф, шеф, подожди, я опаздываю, ты очень быстрый. О, шеф, я тебя догнал, я молодец. Чё, куда, куда идем? Шеф, давай, я тебя догоняю. У-ху, сюда, вау, мне кажется, да, мы здесь что-нибудь грабанем. Ой, я в столб врезался, сейчас, ой, я опять врезался, шишку набил. О, шеф, а дом-то закрыт. Чё-то не получится, наверное, взломать. Почему не получится? Доставай отмычка и взламывай. Ну ладно, сейчас попробую. Во, шеф, нормальная отмычка. Смотри, сейчас я замок раздолбаю. Раз, два, раз, два, три, четыре. Так, сейчас, 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 вот с этой стороны, погоди, погоди. Ить, вот так вот. На, на, на тебе дверь, на тебе дверь. Чё-то лопух совсем озверел. На тебе дверь! О, шеф, получилось, у меня все получилось! Молодец! Пойдем смотреть, что тут есть! Вау! Шеф, смотри, диван! Да что диван? Ну, дивана у нас нету, можно стырить! Хорошая идея! Давай будем тырить этот диван! Давай! Вау, шеф, ты классный дом нашел. Ты настоящий гений, у нас будет диван. Пошли наверх, наверху посмотрим, что тут еще есть. Пойдем, шеф, может там еще что-то прикольное есть. Ух ты, так, диван мы уже взяли. Для питомца всякая фигня нам не надо. Компьютер у нас есть. Шеф, давай вот эту питьевую машину возьмем. Будем пить. О, нормально, давай, тырим. Во, классно, шеф, теперь мы всегда сможем попить водички, круто. Так, вот водичка. Да, вкусно мы украли бойлер. Что дальше, шеф? Дальше идем смотрим последнюю комнату, потом бассейн. О, пойдем, пойдем. Интересно, что там, что там, что там, что-то там интересно. О, тут тоже, да, для питомцев построили, прикольно сделали. Бери вот эту кровать. Вот эту кровать? А, шеф, а зачем она? Ты будешь на ней спать. Может, диван украли? На диван буду я спать, ты будешь на этой кровати. А, ну ладно, давай.
Все, бежим, посмотрим, что есть в бассейн. Поглядим, что там есть. Так. О, нормально, детский комната. Ну, нам это не надо. Просто посмотреть, как тут прикольно сделаны. Да, очень интересный бассейн получился. Мы потом построим большой дом, тоже так сделаем. Все, пошли другой дом грабить. Пойдем, шеф. Во, нормально уже грабанули. Сейчас еще что-нибудь найдем. Одевай ролики, погнали. Погнали, шеф. Вау, ролики, ролики, ролики за ролики. Классно, мне нравится кататься. О, шеф, какой-то еще домик. Погнали. Так-так-так, посмотрим, что здесь есть. Вау, все такое котята, фонтанчик. Может, с этим фонтан? Не, нам не надо. Пошли в другую комнату смотреть. Пойдем посмотрим, что тут. Вау, питомчики. Да, тут какой, тут, наверное, какая-то девочка живет. Все розовое, какие-то для питомцев. Шеф, давай холодос стырим. У нас холодоса нету. Молодец, холодильник надо. Бери. О, шеф, нормально. Все, холодильник есть, пошли дальше. Пойдем дальше, посмотрим, что на второй этаж есть. Да, да, шеф. О, тут елка вертится, крутится, круто. Так, что тут? Шеф, тут, тут просто столик. Ну, неплохо было бы. Ладно, давай еще посмотрим. Места мало осталось в рюкзаке. Тут душ есть. Есть у нас уже джакузи, раковина. О, у нас раковины нет. Потом раковину возьмем. Пошли посмотрим ценные вещи. Пойдем, пойдем. Не-не-не, а что тут, тут? Шеф, шеф, ты где? Шеф, ты где? Эй, балбес, я на третий этаж пошел. Догоняй меня. А, ух, шеф, я думал, я тебя потерял. Вау, классная какая комнатка. О, телевизор есть, вау. Смотри, книжный шкафчик. Ты тут, короче, тут столько всего есть. Подожди, мне кажется, хозяин вернулся. Бежим отсюда, бежим, скорее бежим. А, бежим, бежим. А, страшно, страшно, хозяин вернулся. Что делать? Где тут выход, где тут выход? А, вот выход, все. Шеф, бежим. Шеф, шеф, меня поймали, меня держат. Что ты там стоишь? Вырывайся, вырывайся скорее. Шеф, меня держат за мой рюкзак. Да брось этот рюкзак, брось, потом новый себе найдешь. Сейчас, шеф, сейчас. Шеф! Шеф! Я еле вырвался! Шеф! Шеф! У меня рюкзак забрали! Что делать? Как что делать? Мотать! Мотать! Это сейчас кого-нибудь позовут, нас поймают. Давай, погнали! Бежим, 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 бежим! Короче так, тебе задание. Срочно есть в центр города и ты питомца, чтобы мне без питомца не возвращался. А я пойду пока домой мебель ставить. Хорошо, шеф, хорошо. Заеду за питомчиком. Шеф, не доверился, сейчас питомчика какого-нибудь стырю. Так, посмотрим, посмотрим. А, у девочки пчела есть. Девочка Даша с пчелой. Девочка, девочка, привет. Привет. Не убегай, не убегай, подожди, у меня к тебе срочный разговор есть. Слушай, ты же, у тебя же папа есть? Конечно, есть, он дома. Я хочу тебя расстроить, нету папы дома, нету. Его забрали бандиты. Вот мне тоже пришлось переодеться бандитом. И прийти к тебе и сказать, что нужно срочно его спасать. И что нужно сделать? Нужно, нужно отдать свою пчелу, она же у тебя летающая? Летающая. Да, 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 вот. И как только я принесу им пчелу, тут же папу отпустят. Да, да, ну ладно, на. О, есть, 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 я стащил, стащил пчелу. Так, есть, она летающая, есть. Классно, я надурил девочку, я девочку надурил, стащил у нее пчелу. Ля-ля-ля, шеф будет доволен. Летим, летим домой. Вот так вот надо дарить девочек. Притворился, что папу стащили. Нет бы позвонить папе и спросить, папа, с тобой все в порядке? Он бы сказал, конечно, все в порядке. Она не проверила, мне поверила. Так-так-так, сейчас я залечу домой. Так-так-так. Шеф, шеф, смотри! Ты чего орешь? Ты че орешь? Оба-на! Лопух, да ты меня удивил сегодня. Ты меня конкретно удивил. Ничего себе, вот это у тебя пчела есть. Молодец. Да, да, шеф, знаешь как? В общем, я пока...
подхожу к девочке и говорю: девочка, девочка, у тебя папа в заложниках, дай свою пчелу, я передам бандитам и его отпустят. Как папа в заложниках? Ну, я так вот придумал такую историю, девочка мне поверила. Ух да лопух, о да молодец, молодец, как ты девочку надурил. Вот это да, слушай, ты сегодня превзошел сам себя. Самый крутой у тебя день. Вау, меня шеф похвалил, вау, самый счастливый день. Молодец, пойдем расставим мебель. Шеф, я поставил диван, следующее, холодильник на кухню сейчас воткну. Так, вот, холодильник поставил. Следующее, что же мы там еще? Бойлер еще поставь. А, да-да, точно, бойлер сейчас сюда воткнем тоже на кухне. Вот, поставил. Так, теперь у нас пик есть. И последнее, что мы стащили. Шеф, что мы там еще стащили? Мы стащили тебе кровать. Помнишь, такой невзрачный? А, точно. Иди ставь наверху. Хорошо, пойду поставлю. Кроваточка, я буду где-то тут спать, видимо, вот здесь в уголке. Ладно, сейчас поставлю. Вот, теперь у меня есть свой уголок, и я буду здесь спать. Классно! Ну что ж, вот и закончился день у бандитов полный дел. Они сегодня ограбили дом. Правда, нашего лопуха тоже сегодня ограбили и стащили у него рюкзак. И сделали не очень хорошее дело. Они украли у девочки пчелу. Я их за это осуждаю, так делать нельзя. Ладно, ребята, чтобы не пропустить новые серии приключений наших бандитов, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, потому что продолжение следует.